Ты чё, сучка? Чё орёшь, мудила? Зову-зову в скайп, а ну блин, ни хрена. Я вон тут с пивком эштарил поеду. Мне тут крайне хреново вообще. Чего? Загородня в сети, но он играет в Payday 2. Ну, вообще молодец. Максималка низкая вообще. Короче, все понятно с ним. Офигенная замена. Все вроде. Буба дисквал. Ромы не будет, допустим, или Алексея. Да. Кого еще нет? Хрен, а Твери не будет. Ебы не будет, а кто с ним в команде? Не я помню. Тоже. Кто в команде с Егором? Артем вроде, Редин. Короче, поехали. Разве? Никто разве не что? Просил. Ну, это одна минута. Тогда одна Ребят. Минута и старт. Все, поехали. Тебе можно покупать водку в магазин. Начнется. Трасса прикольная, легкая, но вот те конченые шпильки, блин, три подряд. Да хрен с ними, со шпильками, вот по ребрике тут лютые. Кстати, чуть да, высокие. Чуть-чуть подлез, подцепил и все. И сразу взлет вверх. Во. Да, есть такая баллада. Че, кто первым вылетит? Никто. Настройки есть на этот раз? У меня есть. Я так немного прикатал. Да, я тоже днем. Хотя бы Блядь, дождь, ну твою ж мать, а? Че? Дождь полный. Где? Сейчас? В заднице, да. Блять, я настройки не поставил на дождь. И я тоже. Ты мудак, где дождь-то? А хули написано, что дождь, слышишь? Ничего не было написано. Да справа знак дождя. Это не знак дождя, это то, что погода переменчивая. Ох, у меня лаги какие. А у меня Саня напрямую дернул, это как? Это нормально. Ёбаные шпильки. Это не такая уж шпилька. Все равно мне бесит вот эти повороты. Ой, поребрик. Ой, первый раз ошибся.
жаль. Хотя я тоже. Я что-то. Что-то я увлекся на две грозы долонул. А не надо было. Блин, конченый круг. Нормальный круг. Четвертый пол. Угу, пятый. Четвертый. А я пятый. А, ну да, ты же ваша. Стука. Я. Головка часов заря. Мы поменяем то, что ты просил. Понял? Да. Где, блин, круги-то вообще? Хотел посмотреть, сколько улетали. От трех от Сани. Точнее, у Сани от Виталия. У нас опять. Я первый Саня, второй Виталий. На дорогу на статья банально. Таран всегда в своем распоряжении. Тут один, пит. И вообще показывает два. А? Вообще два. Показывает. Четвертый, 31. Опять? 10. Виталий обошел у меня. Лошня. Клавиатуры шума. Да что такое, сносит машину, пипец. Ну, что-то. То же самое? Ну, задница гуляет. Мне тут Артем Реднина прессует. Тебя Регина плюс так ты. Лох! А тут все в одном. Все в одном темпе идут. Ну кроме нас, Сани. Тома ошибся где-то. Что-то мне прижима не хватает вообще. Ну что-то снесло. Теперь за мной Рома. Ну, здорово. Две Феррари на кресте. Бедный Вильгельм. Мне не говори. Прям 97-й год. Хотя там твой болит. Ой, Виталий, извиняй. Он потом повтор посмотрит, да. Но сейчас он, наверное, орёт на тебя. Да не, он времени потерял, да и я тоже. Просто в поворот, когда входил, да чуть-чуть боком его зацепил, понял? Ты что за хрень? Шаурма, блядь. Какой бы ты труп на поле был? Не помню, 12 вроде. 12, сама сошел что? Чуть-чуть 10. А, ну у тебя, да? Да, у вас 10. А, тупые поребрики. Балерина на них. Подрыжь.
мне сейчас опять надо по гащенке перелететь, потом его на третьем секторе последнего круга топливо кончится. Нет, тут опасно, тут прямая. Вот это нам и нужно держать. Да, она не такая большая. А? Она не такая большая, на самом деле. Ну, вообще да, но прикольно по ней ехать. Смотришь на другую, на другой конец трассы и как будто пол трассы, да, по прямой. О, блин, полсекунды провели. Чего-то рановато, ребята. Ненавижу вас. Сначала второго сектора тоже там поворот один такой заездит. Первая тормаживаешь, ты почти до упора. Ох, я сейчас как подложал. У меня игра подлипла. Очень хреновый выход из первого. Точнее, хреновый второй. Ничего себе. Че, ну ты, блин. Еще один. У вас что там, массовая истерия, что ли? Ну вот, теперь снимай нас. Норм. Чё ты, как умудрился? На пит въехал на скорости 300. О, спасибо за совет.
Резина. Без понятия. Снимай, походу, снимай. Походу за мной поехал. Снимай Виталию и Саню. У них они там плотненько вроде идут. Да и Рома где-то рядом должен быть. Будет что посмотреть. Ну, вчера было что посмотреть, кстати. Такое веселье. О, зачем я на восьмой круг-то пошел? Да, жопа просто. Класс. Это я зря. У меня сейчас середина уже сдохнет. Виталя тоже на пит въехал, в крыло что-то отскочил. Пиздец, там что за въезд-то такой? Или крыло, или зеркало, хрен. Ты мне скажи, что со въездом там? Хорош ржать. Мудила. Поля, там въезд, короче, ну, дуга небольшая, типа. И потом уже прямая, на пит. Вот, Виталя, короче, проехал этот пит, въезжает и сокращает дугу и в стенку. А я, короче, на входе в этой дугу, там есть еще стена слева, и я, короче, в нее на скорости всей. Ну, просто как передняя лево уже красная. Слышишь? У Виталия, оказывается, не крыло отскочило, а это, не кусочек крыла, а зеркало, короче, правого нету. У меня тоже пару раз это получилось. Ух ты, вот это пит-стоп! Что такое, еще один? Нет. Нормально? Я сообразил, на поребрике подключил вверх, ничего. Ну так нормально. Рома на питке. Ох ты ж, зараза, я резину жесткую не поставил. Ой, Рома стенку поцеловал. Колесо пробил Рома. Напитка добежал, понял? Я вот сейчас узнаю, какая у меня резина. Вот это пит-стоп, тут вообще жесть. Рома выехал, слышишь? Вы, конечно, пиздец, подбала как-то. Тут надо следить за пит-стопами. Самое интересное на них. Вон Рома въехал, шину пробил, Виталя зеркало отбил. Ну, блин, я уже думал, что кто-то вылетел. Жопа, я думал, там пит-стоп, ну, как прямая же вроде, да? Длинная. Ну, так, думал, так и выглядит, ну. Да, думал, сейчас заеду себе по прямой, понял? Как в обычные люди. Хорошо, а там ни хрена, а там какая-то хрень, блин. Хорошо, что предупредили, я бы вот тоже влетел. А я на полной скорости вот ту стену слева, понял? Ну да. Не успел завернуть направо. Все в одиночестве едут. Прикольно, у всех шины без рельефа, а у Сани полосочки на шинах. Ну, он, походу, единственный жесткий комплект взял. А у меня не такие, как у Сани, да? Сейчас посмотрю. Где ты там, а вот. Нет. Вот хрень-то. Я, кажется, из-за своей тупости сейчас победу просру. Цвета шин одинаковые, а у него они по-другому выглядят, понял? Как вот узнаешь, протекторы на дождевой. А у него прямые они. О, Саня тут искры пускает. Мотор, бедняга, заикается. Это норма. О, шпильки наложил. Блять, это ж надо было так в пит заехать, а? Я трассу проехал,
кругов 6 днем, но я на пит ни разу не заезжал. Так я тоже. Пипец. Вот если я сейчас реально из-за пит-стопа просру победу, это будет пипец. Чувствую, у меня Рома Никитченко без дюрей выпьет. Хотя что тут, блин, если один вообще, он в Payday 2 сидит. Да. Ты хоть зеркалами. Ты что на траву выезжаешь напрямую? Не смотрелся. На пит-стоп? Где борьбы вообще нет? Конечно, да четверо осталось. Приезжало вопрос. Блять, на пидстоп на следующем круге написано. Да, пидстопы я, конечно, здесь смотрю. В принципе, как гонка началась, так она и закончилась. Хреново началось, хреново закончилось. Да, у тебя это вообще не закончилось. Самое обидное, что нету очков. Да. Что это с Ромой только что было? Оу! Телепортируется. Самый узнаваемый болид это у Виталия, без зеркала. Без зеркала. А. Че, на пистопе не прикручивают? Девай. Че, резина-то прям как, так же, как ты улетел? Походу, да, за мной, кстати. О, смотри, делюха разбита, а давайте-ка я так же тогда и это был эпик фейл, блин. Это там кто-то газы распылил специально, чтобы две машины снести сразу. Это, короче, дух Егора, наверное.
блин, все скучно едут. Я не скучно, я лучше сектор оставлю. Интересно, а можно заехать на последнем круге на пит-стоп? Куда? На пит-стоп на последнем круге можно заехать? Зачем? Если мне поставили второй комплект мягкой резины, то мне надо обязательно ставить жёсткую. А ты типа хочешь на финишном заехать? Ну да. Вряд ли. Меня не хвалят за это? Попробуй. Нет, спасибо, лучше второе место, чем никакое. Да чё, всё нормально. Хотя бы второй, третий опять. Тогда... Тогда мы сколько вообще всех разорвем. У нас уже 40 очков от предыдущего. Ну так можно пожертвовать. Ой, нет, спасибо. Чё ты? Не-не-не-не. Сцышь? Да? Не побоюсь этого слова, я сцышу. Я где-то 780 потерял. Сколько? Это из 70-х. Далее, в 14 секундах он что, машину себе долбанул, что ли? О, нет предупреждения. Ура! Может, тебе жесткую поставить? Нет, это, видимо, да. Просто предупреждение за два круга вылазит. Ура, ура, ура! У меня в этом выскочило, в Германии выскакивало за два круга до финиша. Нет. Но я не поехал, вы ничего не дали, нормально все. В смысле? Ну, пит-стоп показывало, понял? Только я не пойму, зачем. Так нет, тебе, может, просто пит-стоп показывало? А ты потому, что ты не одел резину. Вот. А тут выскакивает сверху прямо предупреждение, правило. Необходимо поставить жесткую резину. О, вот момент, когда я жестко лоханулся. О, какая была бы победа. Я 0,3 где-то потерял. О, если Таня не улучшит, у меня второй хит-трик будет. Первый сход. У кого первый сход? У меня. Еще и какой? Ну да. Еще какой? Тупой. Угу. Никогда еще так по-глупому не это. Но... Не сходил. Это как Мэнсел в свое время. Знаешь историю? Нет. Там. Короче, он первым шел с охеренным отрывом. И на финишной прямой начал людям махать все дела. Вот. И увлекся, у него машина заглохла. Передачу не переключил. Она стала, начала и доталкивать его на финиш. Прям там за 100 до финиша, наверное, кто-то пошел. Я не помню. Жесть. Вот у меня сейчас напарник также учудил. Он же за усача у нас. Да-д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 а. Конченый пит-стоп. Виталий написал, ну что вы здесь? Да, пунки я не ожидал. Mm-hmm.